примеру, такое движение было. Сейчас же нельзя сотрудников снимать. Скажите, их можете привлечь к уголовной ответственности. Сам же видел, никого ГИБДД не интересует, что тут ездит. Еще раз. Якобы по тротуару. И Мазокина знаем тоже. Но кто только не знает, он тоже. Так он что, ему по индустриальному, наверное, давал в карман? Наезд на меня, это зафиксировано как минимум 2 видеокамеры. После этого взял и ушел к своим делам. Вернулся туда спустя минут 20-30, вот он стоит на месте. Кто тоже вы физическую. Почему приехать не сразу получили? Здесь тротуар. Ну, я получил. Здесь люди ходят. Где выделено это? Что выделено? Что здесь люди ходят. А вы не видите? Нет. Здесь также машины катаются. По тротуару катаются. Видимо, да. Ну, видимо, да. И вы также едете. То есть у вас возможно, какие-то имущественные... У меня есть, да. Вот мне придется тратиться на химчистку, на стирку штанов. Возможно, я позже обращусь к травму. Сейчас пока вы травму не получили. То есть, да, данный момент не чувствую никаких имущественных. То есть пострадавшего где-то нет. Я обращусь к травму. Все это будет ясно. Рисунки гаражи. То есть автомобиль двигался оттуда задом, передом? Передом. Передом, прикрывался. Потом перестал вот так. Потом, да, прикрывался. То есть где место наезда произошло? Удостоверение, посмотрите, пожалуйста. Лейтенант полиции вызвал. Лызик Илья Александрович, 19-го года. Да. Машина уезжает, сотрудник полиции. Меры будете принимать, нет? Мы сейчас оформляем дорожно-транспортное происшествие. Хорошо, я не могу разорваться. Он будет сейчас рисовать схему дорожно-транспортного. Хорошо, в это время будет все правонарушение, правильно понимаю? Я не могу разорваться, правильно? Хорошо, документы взяли, оформили, все. Сейчас я делаю дорожно-транспортное происшествие. Сейчас я делаю дорожно-транспортное происшествие. Еще раз повторяю. Место наезда укажите, пожалуйста. Ну, вот здесь примерно. Вот здесь примерно. Да. Водитель, подтверждаете, что здесь произошел наезд? Или, по вашему мнению, в другом месте? Примерно здесь, там, плюс-минус. Ну, вот я конус плюс-минус положил на то место, где произошел наезд. Здесь стоял пешеход. Я пытался завернуть и запарковаться задом. Примерно такое движение было. У них на камере все есть, можно будет посмотреть. Хорошо. Факт не отрицаю, ну, плюс-минус метр. То есть вот здесь. Правильно. Водительское свидетельство с такой полиса сами передайте, пожалуйста. У вас документ удостоверяющий вашу личность имеется с тобой? Я имею. Передайте, пожалуйста, его. Вы не могу, вторая не сторона, потерпевшая в данном дорожном транспортном происшествии. Могу только предъявить только. Предъявить я только можно. Да, конечно. Хорошо. Передать как участник дорожно-транспортного происшествия вы не хотите свои документы? Ну, я не обязан передавать. 50, информация о том, что здесь происходит нарушение правил дорожного движения, будет передана в дежурную часть, также на риск смены выйдет сюда отреагировать. Мы оформляем дорожно-транспортное происшествие. А когда он туда приедет? Не могу сказать. Информацию я сейчас передам. Вопрос? Жалоба на нас, да, конечно, запятись. Пожалуйста. Скорая же не приезжала? Скорая нет. Скорая не приезжала. Сейчас он говорит, травму не имеет. С последствиями возможно обратиться. Я правильно понял, что вы вызвали еще наряд? Так точно вызвали. Семейное положение. Так положено? Ну, семейное положение ваше? Женат. Женат. Так, место работы не установлено. Не знаю, зачем вас. Не знаю, зачем вас. Человек не пострадал. Я не обращался. Да. У меня был наезд, но был такой легкий удар. Я как бы... Там скорая не было? Нет, я же сказал. Осматриваться не будет. Можно данные записать? Ну, можете вот у полицейских взять данные. Так, ваша реанимация. Ну, скорая помощь.
кто ее вызвал, я не знаю. 17-9. Сказали, что не надо. Сейчас же нельзя сотрудников снимать. Скажите, их можете привлечь к уголовной ответственности и все. А, вы телевизора насмотрелись, да? Да. Телевизора насмотрелись, да? И НТВ. 25-1 КОАП, лицо, в отношении которого ведется производство по делу конструктивного правонарушения. Илья Игоревич, да? Вы спешите, что вам скорая вот здесь не нужна. И все, можете, извините, можете продолжать. Вот здесь, да? Да, вот здесь, в третьем пункте, что вы не нуждаетесь в медицинской помощи. Спасибо, дело о конструктивном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу о конструктивном правонарушении. Ну, это была передняя правая фара, вот эта часть получается. Ребята, там весь грязь обтертая сбоку, так что не передняя правая фара, к сожалению. Правая часть. К сожалению, обтер штанину, а правую боковую часть машины. Правая часть автомобиля. Передняя правая часть, он сказал. Правая часть автомобиля. Да. После этого сдал. Фару давай-ка не вспоминай. После этого сдал назад. Человек матерится в общественном месте, может, еще да. 21. Мелкое хулиганство до 15 суток. Нет, вы же за правду, так давайте правду говорить до конца. Не надо выдумывать. Забрал детей и ушел в последний раз. Машина паркуется на тротуаре. Можешь какие-то меры принять? Или замечание сделать? Сразу не по***лите. Так он сейчас уйдет, вы некому будет делать. Ну, можете в сторону пока отложить, да и сказать замечание сделать небольшое. Можете, нет? Не можете, да? Представиться можете, да? Погромче. Шахов? Машина припарковалась с нарушением. Против полиции. Я понимаю, я еще сейчас одна. Вас опрашиваю. Может, давайте закончим с данной процедурой. И вы уедете, да? Правильно понимаю? Я поеду ДТП оформлять, сюда приедет старшая смена. Ага, понятно. Заниматься нарушением. Кто если не секрет? Я не могу знать. Не можете. Абсолютно верно. Дежурная часть направит какой-либо наряд. Ага, хорошо. Так, еще какие-то заявления, объяснения дополнительные есть? Прошу привлечь данного водителя к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации по факту управления транспортным средством по тротуару. Ну, может, сократитесь вам, я просто мысль изложу. По факту наезда, по факту движения транспортного средства по тротуару и по факту наезда. По факту ДТП, то есть по... и еще, движение по тротуару. И по тротуару, да. И также хочу отметить, что он пытался скрыться с места ДТП. То есть вы считаете? Я считаю, да. Я считаю, что данный водитель пытался скрыться с места ДТП. Спустя минут 30 вернулся обратно. Все в автомобиле пытался ехать. Вызвал наряд ДПС для оформления ДТП. И остались ждать наряд ДПС. В результате ДТП травм не получил. Успел болевые ощущения, которые вскоре причинен имущественный вред среди рейтинга на одежде. Также моральный вред. Имеется свидетель ДТП, Костов Денис Викторович и Шутков Александр Александрович. Прошу привлечь данного водителя к ответственности по факту ДТП и движения по тротуару. Считаю, что водитель пытался скрыться с места ДТП. Стоит сложно, написано неверно, не конечно. Тормозни, куда он? Сегодня полиция кто-то вообще. Я понял, при что? Ну вот это как бы на данный момент ничего нет. То есть. Сегодня полиция, машина двигается по тротуару. Реально мужчина, правильно? Я в шоке от вас, полицейский. Ладно, сейчас выключим. Илья Игоревич, ознакомьтесь, пожалуйста, со схемой дорожно-транспортного происшествия. Я нажал это за бездействие. Инспектор ДПС. Я не еще раз повторяю, я не могу разобраться. Хотя бы машина рядом с вами есть. С вами есть. Просто рукой могу... Мимо проехала машина, но я никакой реакции вот вообще. Рядом с вами просто тротуар. Я не могу сказать, здесь... То есть сейчас, если убивать будут, вы тоже не отреагируете, да? Конечно. Скажешь, у меня ДТП. Конечно, да. Петрович ДТП. А почему вы вообще не реагируете? Знакомьтесь, пожалуйста, со схемой дорожного. Я ничего не понимаю. Ничего не понимаю.
можете? Можете? Вот да. Здание улицы Мира 39 находится вот впереди, все да. Так же, да. Позвони полиции, внимание обращаю. Еще одна машина припарковалась на тротуаре тоже. Я понимаю, что вы никуда не пойдете, просто я для вашего руководства. Я вас понял. Для вашего руководства. Я вас понял. Для нашего руководства. Да. Габарит не говорит нахрен. И для общественного мнения еще, к тому же. Что является более значимым. Я понял. А второй, Твиттер у вас, я вижу, очень занят, видите, делами сидит. Он занимается сексуальными действиями, а мне не должен просто... По телефону говорят? Я вот сейчас тоже говорю по телефону, связываю с для уточнения информации. Узнайте, пожалуйста, когда приедет, наверное, если не трудно. Я передам, что вы очень жду, переживаете. Да. Очень жду. Но сейчас мне необходимо преследовать в отдел ГИБДД для оформления данного дорожного перешествия. Олег. Давайте к полиции подойдем. Еще раз. Сотрудник полиции, вы закончили оформление? Там машина паркуется на тротуаре. Я с дежурной частью разговариваю. А можете вызвать сюда еще наряд, подтвердить вызов-то, нет? Или невозможно? Сейчас я вот с отделом полиции договорю и позвоню наказать. А, хорошо. А можно вот удостоверение ваше еще увидеть, нет? Вы ко мне обращались просто, чтобы понять. А то вы мне представились, чтобы я забыл. Можно не на камеру забыть. А почему нельзя на камеру? Нельзя. А чем нельзя? Ну, что, скажешь, чем запрещено, я с удовольствием камеру отверну. Шахов Андрей Валерьевич. Секундочку. До 18 года, да? Ну что вы, Андрей Валерьевич? Машина двигается, еще одна паркуется на тротуаре, сотрудник полиции. Да, инспектор, может, вас... просто вам выйти, просто рукой махнуть? Дежурная часть, извините. Понятно. Я по ДТП понимаю, что вы его там повезли, а по факту движения по тротуару, там материал там можете оформить? Он будет привлечен, конечно же. А, будет привлечен. Не будет поставлять протокол. Будет? В отделе. Нажимаешь еще раз? А? Еще раз нажимаешь? Еще раз? Встань. Давай. Давай. Ну желаю, давай. Давай, смелее. Сейчас-то что? Сейчас ушел-то. А что, жим сейчас, да, или что? Нет, а что ушел-то? В смысле ушел? Так я стою, жду. Давай я встану еще раз, давай. Может, побежать? Езжай давай, оформляйся. Детский садик, вот реально. А? Сам же видел, никого ГИБДД не интересует, что тут ездит. Еще раз. Якобы по тротуару. Сейчас приедет другой наряд. Сюда приезжай через полчаса и увидишь наряд. Почему мы-то должны делать? Сделай бордюр. Потому что это единственное логичное и правильное решение. Ну так это не нам надо. Читайте ПДД, и все будет логично и правильно. Нет. Да. Детский садик. Здравствуйте. Да, я видео смотрел с тобой. А чего вы не ебете? Мусоров постоянно ебете в администрацию, ничего. Не ходите туда. Просто всех уже, как ты говоришь, обратились, все написали, здесь будут заниматься. Ты можешь прочитать, интересно. Ты здесь закроют, ты что делаешь? Нет, я думал, пресс оставят, потому что здесь парковка, по идее, нужна, просто ее должны ограничить, то есть отделить пешеходную зону от парковки, там столбики, не ограждения, ничего. И Мазокина знаю, он тоже. Но кто только не знает, он тоже. Так он что, ему пол индустриального, наверное, давал в карман? Видишь как, тоже виноваты, нифига давайте ему. Значит, был за что? Такие Мазокины и кормятся что-то, что они... Не, мне вот интересно, просто я пострел, где вот что я делаю, вот это вот все, что ты получаешь, удовольствие какое-то начало? Мне вот просто интересно, вот на ютубе у тебя вообще там ничего не растет, то есть ты давно же это выкидываешь? Ну, я как, я просто тебя не видел, я вот наткнулся на тебя после Нового года, вот буквально за эти, за этот месяц посмотрел на видео 20 лет. Хорошо, что посмотрел, видишь?
Не, вот тебе-то что от этого? Но мне просто реально раздражает. Я с этим как бы не ловлю никакого. Ну как по-другому? Скажи, вот я если бывает, вот стоишь на тротуаре. Вот я стою, на меня... Я отойду, мне не без облона, так же все, сам знаю. Нет, ладно, ты отойдешь, а другой, понимаешь, ну другой человек, который двигается. Я не могу тебе объяснить. Не, вот в чем вот, просто в чем тебе кайф от этого, вот мне объясни. Вот мне прикольно ходить в зал, кататься на сноуборде, я получаю от этого удовольствие. Ну, я тоже на сноуборде не катаюсь, хожу в зал, когда свободное время есть. Вот от этого ты удовольствие получаешь? Ну, можно. Хорошо, пусть будет так, пусть будет удовольствие. Нет, нет, твое слово. Пусть будет удовольствие, да. Получаешь. Ты же от этого не получаешь. Получаю удовольствие. Ты хочешь чего-то добиться этим? Вот мне интересно. Я хочу, чтобы да, на участке дороги, проезжей части, было введен порядок. Все, больше ничего не хочу. Нет, будет? По сути, ты по всему городу это хочешь. Ну, те места, которые... Ты же не на этом видео только снимаешь, не на этом месте. Нет, конечно, какие-то порядки не ставишь. Вот для чего мне просто охота знать для себя. Как тебе объяснить? Ну, говорю, моя такая позиция гражданская. Вот я вижу пьяного, я сообщу. Ты вот сообщишь, если пьяного видишь за рулем? Да, конечно. Ну, вот. Зачем ты это делаешь? Ну, потому что он реально нарушает. То есть тут-то получается... А здесь нереально? Смотри, вот тут нет, люди. Так тут-то ситуация здесь такая. Тут государство само относится так, администрация, как у меня. Не соглашусь. Не это соглашусь. Уже давным-давно так. Почему ты тогда раньше сюда не приходил? Раньше не замечал. Раньше так не замечал. То есть это раньше, это уже лет 10 здесь, наверное, так. Почему? Еще этот отель назывался Плаза Олимпия. Это уже 10 я, лет. Я серьезно, я говорю, я раньше внимания не обращал. Я могу сказать больше, я раньше беспарковался. Я раньше год умел. А, то есть 3-4... ты не знал раньше правил дорожного движения? Возможно, да, заблуждался, да. Приезжал, но я, правда, здесь никогда не проезжал. Я заезжал вот там, вот парковался, ну-ка, ребенка привозил. Здесь ни разу не ездил, потому что здесь элементарный репертуар. Вот и все. Не понять, я вижу по глазам, что ты видишь какой-то подвох, для чего? Не, я просто вот реально мне понять, для чего вот это делаешь, то есть удовольствие от этого получаешь. Чего я получаю удовольствие, мне нравится, что я что-то могу сделать, реально как-то повлиять. То есть я, ты здесь... один, да? Ну не один, нас как минимум здесь уже трое стоит. Не, ну так они с тобой не постоянно. Что, вот я видео пересмотрел разных, то есть. Есть другие люди приходят, кто-то может, кто-то не может работать. Постоянно-то никого с тобой нету на протяжении этого времени. Как, что ты говоришь постоянно, то есть, я не понимаю. Твоих. Как сказать? Нас... Одномыслителей твоих. У нас единомышленников. Да, единомышленников. У нас есть группа лиц, с кем мы поддерживаем отношения, с кем постоянно мы общаемся. Ну, они постоянно с тобой не выходят. Ну, кто может выходит, а может не выходит. Ну, да, нет. Ну, сегодня не было никого, был здесь один, ну что, в чем проблема тут? Ну, вышли бы кого не было, вы, если бы желание изъявили. Да не, просто вот реально, я без тесон, у тебя здесь был проходит рейды. И вот мы из окна сначала стояли, наблюдали, потом пошли баню затопили, вот и решили подойти. Баня, это хорошо. То есть вот мне непонятно просто, что ты от этого получаешь. То есть то же самое, то, что ты не можешь дать ответ, что ты от этого получаешь. Да? Что я получаю? Я получаю моральное удовлетворение, потому что вместе я с ним веду порядок. Мне нравится, моральное удовлетворение, что тебя, грубо говоря, все проклинают. Конечно. Ну пусть проклинают. Ну что, они такие люди, что могут сделать? Так это все люди так думают. Ну пусть думают. Я так не думаю. Я с какой-то стороны считаю, то, что ты правильно делаешь, но основная эта масса думает иначе. Чуть поделать. Я о них думаю, у меня другого мнения, дети об этих людях. Ладно бы что-то это давало тебе бабки просто от этого. Как у тебя было все 5 лет назад. Каждый ролик 100 баксов. Да, каждый ролик 10 тысяч просмотров 100 баксов. Да. А? Каждый ролик 100 баксов. Америка хватит, Америка. Видишь, какая позиция у людей? Ну а что мне? Я отойду с тротуара. Ну так пусть отходишь. Так, я же звонил куда-то, подождите, я же это. Здравствуйте, моя фамилия Бакшаев, я уже звонил номер раз 6 по поводу массового нарушения правил дорожного движения по адресу Мира 39. Приехал наряд ДПС, зафиксировал факт наезда и уехал. Ну, по этому поводу я буду подавать жалобу по бездействию. Тем не менее, они сообщили, что якобы должен подъехать какой-то еще наряд. Я делаю повторное обращение по данному поводу. Правонарушения повторяются, длятся, никаких мер по данному факту не предпринимается. Эй, тротуар! Туда езжайте обратно. Скажи, что тротуар, они понимают, может быть? Здесь тротуар. Я куда назад отъехал? Я не знаю. Я не знаю. Здесь люди ходят. И что? И что? Женщина, я не отойду. Я буду здесь стоять. Так вы не отходите, вы мне дайте. Я не дам. Давайте назад туда. Да, ты куда едешь-то? Ты куда едешь-то, а? Ты что делаешь, а? Задом завай и разворачивайся.
надо. Охренеть. Вообще. Я думаю, сейчас будет с бордюра прыгать. Пусть прыгнет. Пусть он свою подвеску оставит. Да там не только подвеска, там пороги оставит. Нарушение правил дорожного движения. Мера 39. Массовое движение по тротуару. Что хочешь? На момент, да? Здесь тротуар. Я на тротуаре стою. Здесь тротуар. Я на тротуаре стою. Я на тротуаре стою. Умный что ли? Умный, умный. Как вы по тротуару ездите? Ну так как, если организованно, вы не снимайте, а обращайтесь в администрацию, чтобы они нормально организовали. А вы на себя посмотрите сначала? Я говорю, вы на себя посмотрите сначала, а не что-нибудь там это, администрацию сваливаете. У вас голова своя есть, по тротуару ездить? Здесь люди ходят, дети. Сейчас эвакуатор приедет, вашу машину эвакуируют. С чего это? А здесь тротуар. Здесь, блядь, здесь тротуар. Где? Прямо здесь. Да, сам тебя эвакуирую. Прямо здесь. Да ты, походу, пьяный. Где что? Илья. Пьяный, походу, дело, водитель. Он пьяный. Они даже пьяный, да? Разговаривать-то? Да-да-да. Я, походу, пьяный. Походу, пьяный. Шай, может, я Игорь. Да зачем мне дыхать? Это... Сейчас гаишники приедут, вдыхнешь. Здесь тротуар. Что-то он ведет себя как-то неадекватно, как будто бухой. Мужчина, это является тротуаром. Дайте ответ посмотреть, нет? А ему ничего не надо. Это является тротуаром. Вот все ваши мистер, что ты? Вот вызови наряд ДПС, что будем оформлять. Просто вас предупреждаю. Сейчас не приедут, вас оформят. Вам да. Это надо? Оставляйте. А вам-то это зачем надо? Потому что меня это раздражает. Вот вы катаетесь по тротуару, вот и все. ДПС машина, нет? Есть, конечно. Ну как, что ты такой? Ты поставил бы машину? Я не ставлю машину. О, красавчик! Да пускай оставляет, эвакуирует, да и все, что. Мне кажется, у вас что-то с головой в порядке, если вы катаетесь по тротуару. Да, это вы машину с краю приезжаем, так вот, объезжаем. Так здесь люди ходят. А где есть? Вот здесь и ехали. Машины. Вы здесь ехали. Они так все объезжают машины, что ли? Вот здесь люди ходят. Так они все объезжают машины. А вы здесь ехали? А где ехали? По дороге. Какой там? По дороге вот там. А как я выйду отсюда? А я не знаю, как заезжал, наверное, так и выезжать надо. Как заехал, так и выезжать. Я не знаю, как заезжал. Здесь тротуар, вы по тротуару сейчас едете. А что это такое? Экстренный вызов, да? Угу. Понятно. Вы можете повторно как-то? Я повесил все, наверное. Вот у меня прямо в момент наезжает машина Харитон 860, Харитон Сергей, 59 регион.
Да-да-да, Юпит Кор, да. Да-да-да, Юпит Кор, да. Вот в данный момент машина уезжает прямо на меня. Вот сейчас давит. Можешь перемерить? Да, конечно, да, конечно. Да, конечно. Мы на тротуаре стоим. Сейчас выключи камеру, давай. Сейчас покажу документы. Выключи камеру, я не буду камеру. Просто мне интересно. Ну, просто... Парковки знака нету здесь. Ну и здесь и остановка, или стоянка запрещена, нет знака. Знака нету, соответственно, здесь парковаться нельзя. Ребят, вот смотрите. А здесь вот... тротуар вообще, есть, ну, люди вот ходят. 40 лет живут, 40 лет здесь машины. Ну, надо ездить по правилам, а не по памяти, правильно? Нет, я не... где хоть один знак, что сюда въезд запрещен, что здесь останавливаться нельзя, ну, парковаться. Парковаться можно, где знак парковка вот есть. Добиваться, вот, знаешь, вот не сейчас вам бумагу покажут, где, что здесь да, вот, тротуар вот везде. Так надо добиваться. Вот на самом деле сходить, вызвать ГИБДД. А мы уже два часа ждем. Да, разобраться в вопросе, повешать здесь знаки, что сюда въезд запрещен, что здесь парковка. В администрацию обращались? Да я вот, честное слово, я не знал, что здесь нельзя парковаться. Вот я говорю, столько лет живу, каждый день ребенка вожу. Каждый день здесь ездите по тротуару, да? Ну, не здесь, там. Но там тоже тротуар. Теоретически, да. Если так вот. И практически смотрите, тоже. Это с департамента. Просто даже элементарно, люди ходят, а вы едете. Тротуар, куда вы едете? Ты куда едешь? Ты куда едешь по тротуару? Где здесь парковка? Вот парковка. Где знак парковки? Вот все. Где? Все. Если все будут прыгать, значит вы тоже прыгаете. Куда ехать-то? Куда-нибудь. Убирай камеру. Здесь люди ходят. Я все понимаю, что здесь ходят люди. А что вы мне? Ладно. Ну вот так приехал. Здесь тротуар. Здесь ходят дети. И что? Тебе что, насрать, что ли, или что, я понять не могу? Дорога идет. Где дорога? Вон там дорога. Здесь тротуар. Это ответ на мой запрос. Это вопрос к тому, что там мы делаем. Смотрите, вот давайте читать. В соответствии с проектом организации дорожного движения, территория перед зданием дворца культуры имени Гагарина является тротуаром. Какая территория? Вот эта территория. Там не может быть, там же это ступени, да, вот территория. Ну ладно. Был задан вопрос конкретно по этой ситуации. В связи с необходимостью разделения пешеходного и транспортного потока и потребностью в парковочных местах вблизи социально значимого объекта был составлен проект, включающий организацию дорожного движения на пересечении улицы Миров и Братьев Игнатьевых. Да.
установку ограждений, отделяющих тротуар вдоль улицы Мира и вдоль Дворца культуры от автомобильной парковки, а также выделение бортовым камнем въезда на данную стоянку стремительных грузовозов через въезд. Где это все? Не сделано еще. Разработанная схема была направлена в управление внешним устройством. Да, можно фото сделать, да? Да нет, мне звонят. Можно сделать. Не, ну а почему ничего не сделают? Делают еще. Пока не сделали, не имели права здесь парковаться. Где написано? Вот где? Написано, что не имеем права парковаться. Вот где? Ну, ребят, вот серьезно. ПДД написано. Да, конечно, вызвали. Мы вызвали. Я уже раз 5 позвонил. Ждем. Ждем. Просто интересно. Ну, согласно ПДД, же вы знаете, что такое тротуар. Отделенный от проезжей части бордюрным камнем или газоном. Вам там написали, что вы должны это делать. Что-нибудь. Так это не мы должны делать. Вот когда сделают, когда будет ограждение, когда будут зоны разделены, когда будет знак парковки, тогда вы смело будете лежать. Пока это тротуар, понимаете, как мы крутим. Да и знака ни одного нет. Вот давайте с конечником разбираться. Давайте. Так приедут, ждем. Ну, оставайтесь, ждем. Да я сейчас приеду. Ну, приеду. Вот развернитесь, вы объедете по кругу, и все, и мы вас ждем. Я думаю, что здесь будем полчаса точно. Не меньше. Дайте я. Так-то он прав, конечно, еще больше. Ладно, приезжайте, да. Еще. Приеду сейчас. Я за ребенком приду в бассейн. Да. И вот, очень интересно, с конечником. Приезжайте, я буду рад вас с вами пообщаться. Это тротуар. А зачем туда заезжали на тротуар? Там тоже тротуар. Это тротуар, все. Нет. Знака тротуар нету. Знак стоянка запрещена, располагается на проезжей части. Это не проезжая часть. А где знак стоянка? Она на проезжей части устанавливает такой знак. Вот он же выезжал. Вы что не тормознули? Не можете там встать потормозить. Нет, сами тормозите. Чего тебе тормозить, а там есть. Нормально, нет? Нормально, нет? Нормально. Газетки. Как-то организовать, да, парковку. Надо как-то выезжать. Давай сиди. А почему мы должны, администрация пускай парковку? Парковки пускай администрация устраивает, а не мы. Ваша цель. Давай сильнее. Ваша цель, чтобы люди по тротуару не ездили. Я тебе сказал, какая моя цель. Разворачивайся. Приезжает и приезжает по тротуару. А вы стоите тут. Но мы не разорвемся же, а. Так, я не против. Там а есть... чем это место от других а отличается? Где знак парковки? Где знак парковки? Ну почему то смотрите, все тут паркуются. Так потому что люди площадь? Нарушают. Это площадь, что ли? Там это, все написано. Вот это площадь? Почитайте. Вы считаете, что это площадь, в которой должен пешеход только ходить? Почитайте. Там все написано. Я с вами спорю, не почитайте. Если я не буду читать. Дирекция дорожного движения. Хорошо, все хорошо. Ну там машины проезжают по тротуару прямо, а вы тут стоите, ничего не делаете. Нас только 3 человека. Тротуар. Тротуар. Люди ходят здесь. Куда ты едешь? Позвони полиции. Помогите. Спасите. Как вариант, можем что сделать? Можем сделать небольшой перерыв. У нас ситуация, по большому счету, она как бы она никуда не денется, да? Можем дойти вон до хлебницы, взять там кофейку попить. Не уйдем мы сегодня чай. Да, тут вообще мы. Это тротуар. Я все понимаю. Это там тоже тротуар. Если бы понимали, вы сюда бы не заезжали. Это машины тут для кого-то стоят. Тебя... Машины нарушают правила дорожного движения. Что написано? Что написано? Всю жизнь машины стоят. Что ты мне рассказываешь? Так отойди, ебаный в рот. Ты не проедешь туда. Так я вот сюда встану. Ты не будешь сюда вставать из тротуара. Сука, долбоебу, блядь, ебаные там. Езжай давай, умник. Поим, да.
смотри, смотри. О, отлично. Как так? Полицейские? О! Охренеть. Они же перекроют вообще въезд сюда. А, так это другие приехали, номер другой. Все, перекрыли въезд. А у нас с той стороны есть люди. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Представиться можете? Лейтенант полиции Неволин. Неволин. Массовое нарушение правил дорожного движения. Разрешите поработать? Конечно, конечно. Если вы понимаете, тротуарная зона идет. Вы едете сейчас движение по тротуару. А понимаете, здесь полностью вот эта вот площадка идет, она идет в тротуарную зону. Потому что она выделена бордюрным камнем. Вот этот проезд сделали, не знаю почему, вот администрация выделена. Я смогу ваши документы, водительская сессия. Ну вот, друзья, случилось маленькое чудо. Сотрудники полиции перекрыли въезд на эту якобы парковку. Неправильная, да, идет организация дорожного движения. Знака там нет и ничего запрещающего. Я правильно говорю? Вы очень правильно говорите, есть ответ Пермской дирекции дорожного движения, где нет. Сказано четко, у меня он с собой есть, что это является тротуаром. Вот все это вот. Смотрите, Илья Игоревич, да. Я вам тоже хочу пояснить, да? Угу. Вот вы как человек заезжаете со стороны Хилтон Гардена, там никакого бордюрного камня нет. Как вы будете мотивировать это? Вы первый раз в городе, вы первый раз сюда заехали. Как вы будете поступать? Очень просто. Дорожными случае? Знаками обязан я ходить. Есть знак парковки. Дорожные здесь? Знаки обязаны. Знак парковка, да? Здесь есть? Я вас понял.